Повернись справа! Держу. Во внутренних войсках и в целом в Министерстве внутренних дел всегда служили и служат настоящие патриоты и профессионалы, которые всегда готовы добровольно стать на защиту страны и народа. Бывших спецназовцев не бывает. И когда бойцу или офицеру спецподразделения приходит время покинуть службу, мы делаем все, чтобы спецназовец и дальше мог заниматься любимым делом и продолжать приносить пользу государству, ну а в трудную минуту стать плечом к плечу с действующими бойцами. Глава государства, зная об этом, предоставил такую возможность всем желающим и отдал соответствующее поручение на формирование во всех силовых структурах специальных добровольческих отрядов. Начиная с 23 года в системе Министерства внутренних дел из числа ранее проходивших службу в спецподразделениях внутренних войск, в СОБРе, в Алмазе, в отрядах милиции особого назначения, ну и в других подразделениях сформированы специальные добровольческие отряды численностью более 1500 человек. И это только начало работы, эта цифра значительно увеличится. Бойцы этих отрядов полностью обеспечены всем необходимым для выполнения боевых задач, с учетом, естественно, тех реалий современного боя. С ними планово проводится сборовая подготовка. Кроме того, практически еженедельно они по собственной инициативе оттачивают навыки на полигонах и стрельбищах внутренних войск под руководством инструкторов, которые имеют реальный боевой опыт. Завершили очередной сбор интенсивной подготовки добровольческого отряда специального назначения «Честь». Руководители сбора отметили высокую мотивацию, уровень индивидуальной подготовки и, самое главное, заряженность на работу каждого бойца.